Привет, ребята. Сегодня у нас на распаковке находится вот такая вот штука. Здесь у нас видеорегистратор автомобильный, который пришел к нам с Китая. Посылочка шла буквально, где-то около недели. Вот видите, в такой коробке она запакована. Сейчас мы это все дело открываем. Это замечательно. Внутри тут пусто у нас. Внутри еще дополнительная упаковка, то есть уже оригинальная коробка. Да, упаковано все идеально. Пупырка. Дальше сам видеорегистратор. Довольно-таки небольшой, компактный. Сзади пленочка. Крепление под флешку. Разъем. Провод для подключения прикуривателя. Сам кронштейн. Провод для подключения к компьютеру. И инструкция. О, даже на русском языке, ребят. Инструкция на русском языке. Вот такой вот чудесный наборчик из видеорегистратора и всяких к нему штук. Попробую включить. Скорее всего, он не включится, потому что, как написано было, а вот включение. Короче, написано было, что батарейка, которая вставлена в него, она практически заряда не держит. Но это и производитель тоже писал на своем сайте, что его надо использовать только вот, соответственно, прикуривателю. То есть вот батарейки, которая в нем установлена, там едва-едва хватает на 2-3 минуты. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного, то, что здесь он сейчас не включается. Ну что здесь у нас? Микрофон. Кнопка меню, вверх-вниз, выбор, сам ну и, соответственно, крепеж. Ребята, в ближайшее время сниму, как он непосредственно показывает, то есть уже выложу видео с него. И, соответственно, расскажу про нюансы настройки и всего-всего-всего связанного. Сейчас вот он как бы в таком вот виде, отзывы о нем очень хорошие, материал очень такой, ну, достаточно, ну, приятный, по крайней мере, на ощупь и крепкий, как кажется. В общем, всем, кому понравилось, пожалуйста, ссылочка под видео, заказывайте. Всем удачи!